Всем привет! Вот снимаю еще одно видео о своих паяльниках, но не о самой сборке паяльника вещевого сделать. У меня есть два видео на YouTube, кому интересно, посмотрите, заходите на мой канал, там смотрите. А сегодня речь пойдет об измерении температуры самого паяльника, потому как я же говорю, у меня есть два видео, и ни в одном я не измерил температуру. Это не приходила мысль в голову измерить. Давайте измерять будем температуру. Я буду использовать вот такой прибор ТМ920. Измеряет от минус 50 до 1300 градусов. Так, давайте включим блок питания. Выставлю 6 вольт для начала. Я обычно работаю в таком диапазоне. Если для более какой-то емкой пайки, более емкой, то 7-8 вольт ставлю, тогда прогревает отлично. Так, давайте включим прибор. Вот 24,4 градуса показывает комнатную температуру. Так, давайте включим паяльничек, посмотрим. Вот, побежала температура сразу же. Конечно, немного так неудобно держать термопару. Сейчас немного прогреется. Припоя нажала, наберу, лучше будет измерять. Вот уже 180. Сейчас я возьму припой, он так лучше измерит. Вот, смотрим. Ну, 300 градусов уже имеем. Еще потихоньку набирает. Ну, 320 градусов есть. Давайте поставим теперь 7 вольт. Посмотрим при 7 вольтах, сколько он будет. Еще припоя возьму немного. Четыреста градусов. Давайте поставим 8 вольт. Смотрим. Сейчас я еще немного наберу. Плохо касается. Вот. Он при 8 вольтах 520 градусов. Ну вот 520 градусов при 8 вольтах.
Так, давайте попробуем еще один паяльник, к примеру, возьмем вот следующий, второй. У них, в принципе, у всех одинаковые характеристики по мощности, в принципе, чем не отличаются. Давайте его подключим. Так, поставим 6 вольт. Так, включаем и смотрим, как набирает. Вот побежала эта температура. Вот уже за 100 градусов. Двести 30 уже. Продолжает расти. Вот, набрала 300 градусов. Давайте попробуем на 7 вольтах, что он покажет. Немножко припоя. Давайте на 8 вольтах. Немножко припоя. При 8 вольтах просто начинает все гореть. Сильно он нагревается. Для него это, конечно, многовато. Ну вот уже за 500 градусов побежало. Ну вот у них, в принципе, у всех одинаковые характеристики, как я и говорил. Включаем. Все, вот такое вот коротенькое видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.